Я читаю книгу «Исход», главу 6. «И сказал Господь Моисею, «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действии руки крепкой он отпустит их, по действии руки крепкой даже выгонит их из земли своей». И говорил Бог Моисею и сказал ему, «Я Господь». Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь, Иегова, не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым, «Я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими. И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского». И введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие, я Господь. Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. И сказал Господь Моисею, говоря, «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей пред Господом, говоря, «Вот сыны Израилевы не слушают меня, как же послушает меня фараон, а я не словесен?» И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. Я пропущу теперь стихи от 14 до 22, потому что опять здесь перечисление имен, и продолжаю 20 с 23 стиха и ниже. Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава и Авиуда, Елиазара и Ифамара, сыны Корея, Асир, Елкана и Авиасаф. Это семейство Кореевы. Елиазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финиеса. Вот начальники поколений левитских по семействам их. Аарон и Моисей — это те, которым сказал Господь, «Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта, это Моисей и Аарон. Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря, «Я Господь, скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом, «Вот я несловесен, как же послушает меня фараон?»